Первая половина лета позади, но время для классных приключений, которые ты будешь вспоминать весь следующий год, все еще есть. Всем привет, меня зовут Маргарита Михайлова, и наша команда специально для тебя подготовила классную подборку бесплатных мероприятий в столице Татарстана. Я занята на записи, пока. Что может быть круче пятничной тусовки под открытым небом? 21 июля на набережной озера Кабан состоится вечер электронной музыки. Главный ориентир – красные скамейки у Ивы со стороны улицы Селимджанова. Вход свободный. Складывается ощущение, что афишу на эти выходные составлял какой-то пес. Крутой пес. Все выходные нас ожидают события, связанные с братьями нашими меньшими. Надеемся, на фан-встречу все придут. В субботу на Казанском ипподроме состоится выставка собак всех пород. Я одно время вообще думала, что эти штуки придумывают специально для кино. Ну, знаешь, вот в Гарфилде такое было. Что ж, есть вариант проверить, реальны ли эти выставки и что на них интересненького. Начало мероприятия в 9:00. А что? Может быть, мне рискнуть с ними на равных? Например, поваляться по земле, катая клубочек шерсти, или замурлыкать, или зарычать, как феррари, нет, лучше, как ягуар. Это больше, чем требуется от этих глупых собак. Ой-ой. Ой-ой. О, вы это что, приняли на свой счет? Простите, мне конец. А 23 июля в Меге состоится Dogfest. Будут конкурсы и показательные выступления. Участники смогут получить экспертные советы от грумеров и кинологов. Будут лекции и мастер-классы. Так что всем, кто хотел узнать о братьях наших меньших побольше, точно не будет скучно. А еще у вас будет возможность сделать доброе дело. Принести вещи или еду, чтобы передать их в приют. Начало мероприятия в 4 часа дня. Let the dogs out. Вуф, 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 вуф. Отдых, знаете ли, бывает разный. И это очень круто, если вы в свое свободное время не просто валяетесь на диване, как тюлени, хотя такое иногда тоже нужно, но и просвещаетесь, узнаете что-то новое. 22 июля в амфитеатре парка «Черное озеро» состоится лекция Александры Жарковой «Сила коммуникации. Как с помощью слов менять мир вокруг себя». Это отличная возможность прокачать soft skills. Я Брюс всемогущий! Да будет воля моя! До конца лета осталось 42 дня. Самое время распланировать ближайшие выходные. И не работай, так и с ума сойти можно. А чтобы вопросов в стиле «чем бы сегодня заняться» не возникало, смотри «Универ Ньюс». Уже совсем скоро я вернусь в эфир с новой подборкой. До новых встреч! Ты так странно записываться без Саши. Саша у нас в отпуске. В отпуске? Даже Саша в отпуске.